На полигоне бытовых отходов в Красном Яру кипит работа. Каждые 10 минут здесь становится на несколько тонн мусора больше. Весь его надо отсортировать. Обитатели полигона не подозревают, что он уже окружен оперативниками миграционной службы. Стремительный бросок приносит свои плоды. Выясняется, что около десятка обитателей полигона живут и работают нелегально. В их числе Алишер Тангриев. Себя он называет туристом. Говорит, приехал, чтобы посмотреть российские достопримечательности. На свалке оказался, чтобы заработать. Работать денег на путешествие. Собираю и только сдаю. 4-5 тысяч получаем, сдаем. Кто как разный получает, кто лучше работает, может 7-6. Месяц? Да. Позже выясняется, что это не первый тур Алишера в Россию. Раньше он работал в рыбном цехе. Говорит, что сейчас ждет патента на право работать в России. Все документы якобы уже сдал. На полигон пошел потому, что надо на что-то жить. По словам представителей миграционной службы, мусор сортируют нелегалы-неудачники. Работа неблагодарная, да и условия, в которых живут мигранты, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Но для Алишера и его коллег ситуация скоро изменится. Был задержан порядка 15 человек. Вот. Ну, большая часть из них отсутствуют документы, которые подтверждают право на пребывание на территории Российской Федерации. Вот данные граждане нам будут доставлены в отдел УФМС по Красноярскому району, где в отношении них будут составлены административные протоколы. У всех задержанных возьмут отпечатки пальцев, затем оштрафуют. Мигрантов, у которых истек трехмесячный срок безвизового пребывания в России, вышлют из страны.